Майкл, как твои дела? Я нашел кое-что очень интересное. Рынок жилой недвижимости держится исключительно на невозвратных кредитах. Они рухнут. Рынок недвижимости надежен, как скала. Это бомба с часовым механизмом. То есть Майкл Бьюри, который стрижется в дешевой парикмахерской и не носит ботинок, знает больше, чем Алан Гринспан? Доктор Майкл Бьюри, и да, знает. Ты знаешь что? Меня это бесит. Крупные банки разоряют простых американцев. Я просто в бешенстве от этого. Невероятно. А потом заходит этот парень и говорит. Затевается какая-то авантюра. И пока крупные банки делили большой куш, несколько инвесторов увидели то, что не замечали другие. Мировая экономика готова рухнуть. Я уверена, что мировыми банками движет скорее материальная мотивация, чем жадность. Вы ошибаетесь. Никто не обращает внимания. Банки одержимы наживой, а их тупость принесет нам прибыль. Делаешь ставку против банков? Они решат, что мы под кайфом. Гениально. Аферы никогда не прокатывали. Рано или поздно все вскрывается. Какого черта мы об этом забыли? Как банки такое допустили? Это все от их тупости. Это не тупость, это мошенничество. Объясни, где граница между преступным и тупым, и я сдам брата моей жены. Вы понимаете, что вы сейчас сделали? Вы пошли против американской экономики. Если ты ошибаешься, то потеряешь все. Банки обманывают американцев. Теперь мы можем выбить им зубы. Ну все, поехали. Вы даете кредиты стриптизершам? У них много налички. Ты не сможешь ее выплатить. Ни одну суду? Что значит ни одну? У меня 5 домов и квартира. Начали эту войну еще до своего рождения. Машин больше, чем нас. Но у нас есть то, чего нет у машин. Силу духа нельзя измерить. Это Джон Коннор. Если вы слушаете меня, значит, у вас есть силы для борьбы. Я думал, что знаю своего врага. Но что-то изменилось. Теперь Скайнет добывает органический материал. Они воспроизводят человеческую ткань. Так, что тут у нас? И теперь я не знаю, сможем ли мы победить. Таких мы раньше никогда не видели. Мое имя... Маркус Райт. Думаешь, ты человек? Я человек. Нет! Кто ты? Я не знаю. Я чувствую это. Если мы пойдем до конца, то погибнем! Погибнем все! Я ваша последняя надежда. Терминатор! Да придет Спаситель!
Нанкин был под обстрелом. Последние китайские войска очистили нам путь назад к церкви. К безопасности. Кто там внутри? Только ты и девочки? Вы ведь не оставите нас, правда? Я помню, как они входили в церковь. Знаменитые женщины реки Цинхуай. И сладкий аромат румян и парфюма. Японцы не тронут иностранцев. Я хочу, чтобы вы вывели нас из Нанкина. Отец Джон. Я не священник. Но я не могу бросить ее здесь. Помогите нам! Стойте! Это же дом Господа! Вы благородные люди! Так ведите себя благородно! Что вы будете делать? У меня есть идея. С вашей помощью, возможно, я смогу спасти их. Фильм режиссера Джана Иму. Мы обманем японцев. Главной роли Кристиан Бэйл. Это слишком рискованно. У этих женщин есть сила и красота, которые невозможно победить. Необычные времена. Обычные люди становятся героями. То, что ты сделала, потрясающе. Теперь ты влюбишься в меня? Уже влюбился. Когда война закончится, я найду тебя. Цветы войны. Новая визитка. Что скажешь? Недурно. Патрик, ты такой милый. Джин? Да, Патрик? Не хочешь составить мне компанию за ужином? Сабрина, почему бы тебе не потанцевать нам немного? Кристи, встань на колени. Мы еще не закончили. Прекрасный костюм. Выглядит таким мягким. Не думаю, что могу себя контролировать. Если ты останешься, что-нибудь плохое может случиться. Я чувствую себя смертоносным. Стою на самой грани безумия. Маска благопристойности вот-вот соскользнет с моего лица. Так у вас есть свидетели, отпечатки? Вообще-то да. Ты так жесток. Знаю, я иногда бываю непредсказуемым. Эй, Пол! На основе нашумевшего бестселлера Бретта Истона Эллиса. Так чем ты занимаешься? В основном убийствами и расправами. Во мне есть все признаки человеческого существа, но среди них нет ни одной простой понятной эмоции. Я живу в другом мире. «Американский психопат». Фильм Мэри Хэрон. Я убил кучу людей! Dimension Films представляет. Клирики, последняя линия защиты. Если повстанцы проникнут в нее, мы обречены. В скором будущем свобода станет пережитком прошлого. Вы не имеете права. У нас есть право на все.
подлинник? Сжечь. Он был суперполицейским. Лерик, надеюсь когда-нибудь стать таким же безупречным, как ты. Пока государство не предало его. У вас есть семья? Сын и дочка. Не двигаться! Лечь на пол! Мы выполняем предписание. У нас ордер на арест вашей жены. Помни меня. Только он оказался сильнее этой несокрушимой системы. Ты про них в подполье. Знаешь, зачем пришел? Да. Тебя всю жизнь учили преодолевать такие преграды. Да, это так. И только он способен разрушить ее. До меня дошли неприятные слухи. Какие, сэр? Слухи, что один из клириков пытается связаться с повстанцами. Ты знаешь, что я сделаю. Престон, ты сдался нам мирно, без неожиданности. Нет, не без неожиданности. Кристиан Бейл. Тей Дикс. В фильме «Эквилибриум». Кинокомпания Warner Brothers представляет. К 1941 году Китай и Япония 4 года находились в состоянии необъявленной войны. Японская оккупационная армия контролировала большую часть сельской местности и множество больших и малых городов. В Шанхае тысячи европейцев пользовались дипломатической неприкосновенностью и продолжали жить так, как они привыкли с 19 века, когда в Китай пришли британцы. Здесь они создали подобие своей страны, строили банки, отели, офисы, церкви и дома, которые могли быть перенесены из Ливерпуля или Сурея. Теперь их время заканчивалось. За пределами Шанхая японцы окопались и ждали Перл-Харбора. Пап, как думаешь, кто выиграет войну? Мы, конечно. Вот это война. Мы на стороне Китая не воюем. Мы счастливы. Живем здесь, у нас все есть. Противный мальчишка. Чем больше я работаю, тем мы счастливее. Нет, папы нет, виски содовой тоже нет. Сядя! Империя Солнца.
Кто ты? Кто ты? Машинист. Дешевле было бы позволить мне их ограбить. В стране беззакония. Как думаешь, куда они направились? Скорее всего, в Бисби. В стране бессердечных людей. Руки вверх. 22 ограбления, убытков свыше 400 тысяч долларов. Вы заметили, что он умолчал о том, скольких я убил? Мы хотим, чтобы Бена Уэйда повесили. И мы готовы за это заплатить. Я готов. Кодекс жизни. Ну что, парни, куда путь держим? На станцию. Послезавтра посадим тебя на поезд на Юму. Мог бы и промолчать. Спокойно, друг. Если вдруг потеряемся, буду знать, где вас искать. Становится кодексом смерти. Он убийца, Дэниел. Мой долг, как порядочного человека, передать его правосудию. От режиссера и продюсера переступить черту. Я хочу с вами. Обойдешься. Что ты здесь делаешь, Дэн? Разве тебе не надо защищать семью? Не делай вид, будто меня знаешь, Уэйд. Мы не друзья. Я запретил тебе ехать. А я поехал. Немедленно возвращайся. Парнишка не тебя защищает, он за мной едет. Еще одно слово, я тебя лично прирежу. Вот таким ты мне нравишься. Ты уверен, что твои парни придут? Они без него растеряны, как шайка собак без хозяина. Куда его везут? Я не знаю, выпустите меня! Придут, как страшный суд. Они уже близко, я видел. Теперь там не меньше 30-40 стрелков. Босс, ты там? Извини, но я сегодня умирать не намерен. Остался только ты, Дэн, и твой парнишка. Сожжем весь город! Рассел Кроу, отзови их. С какой стати? Потому что ты не злодей. Ошибаешься. Кристиан Бэйл, просто запомни, что твой отец повел Бена Уэйда к станции, когда все остальные струсили. Поезд на Юму. Это мой младший брат. Помог бы закончить. Я научил его всему, что он знает. Ты не понял, чем закончится бой? Я все еще тренирую его. Давай. Paramount, Relativity Media, Mandeville Films. Я выиграю бой и начну много зарабатывать. И тогда ты сможешь подольше оставаться у меня. Удачи, папуль. Не обращай внимания, Крис. Пока, милая. Фильм основан на невероятных, но реальных событиях. Ты кладешь асфальт, да? Да, а еще я боксер. Говорят, ты проходной соперник. Была у меня пара тяжелых боев, но в следующем я покажу себя. Да, его он тоже проиграет. Так что поищи себе другого. Эй. Ой. Не оскорбляй ее. Микки Уорр, 31 год. Участвует в боях, потому что ему нужны деньги. Смотри, какой громила. На 20 фунтов тяжелее меня, Дики. Не будешь драться, забудь про деньги. Я ухожу, Шарлин. Хватит с меня боев. Мне это больше не нужно. Жаль, что ты так легко позволяешь им сделать это. Мне так стыдно. Я всем сказал, что выиграю этот бой. Я устал всех разочаровывать.
Послушай, Мик, у тебя сильный боевой дух. Ты очень талантливый боец. Я хочу дать тебе шанс, пока не поздно. Попробуй еще раз. А как же мой брат? Он научил меня всему. Я не справлюсь без него. Но от него одни неприятности. Дикий, быстро на землю! Давай! Не нарывайся, не нарывайся! Убери свой друг! Я это сделал ради тебя. Ради меня? Вот это? Больше ничего ради меня не делай, ладно? За каждую мечту. Готов бороться за титул? Ты уже не проходной соперник. Он тебя использует. Не решай за меня. Сначала со своими проблемами разберись. Нужно побороться. Не мешайте, у нас тренировка. А в чем проблема? Я его брат, я его семья. Проблема в тебе. Ты сумасшедший. Браться здесь должен я, а не ты. Не ты и не ты. Марк Уолберг, номинант на премию «Оскар». Это мой шанс побороться за титул. Второго не будет. Кристиан Бейл. У Мики есть шанс сделать то, чего я не смог. И ты нужна ему. Эми Адамс, номинант на премию «Оскар». Хорошо, увидимся в углу ринга. Это твой шанс. Я свой упустил. Не повтори мою ошибку. Ты Микки Уорд. Ты Микки Уорд. Боец. Сколько мы знакомы, Кен? Я хоть раз нарушал обещание? Ты сядешь за руль в гонке Ле Ман. Если закроешь рот и не будешь вмешиваться. Ладно. Иди сюда! Привет, Шелби. Привет, Молли. Хрен тебе. Да пошел ты. Вот и все, ребятки. Феррари побеждает в гонке 24 часа Лимана пятый год подряд. Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр. Что он сказал? Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр. Мы похороним Феррари на Лиман. Значит, великий Кэрол Шелби хочет создать машину, способную обогнать Феррари на базе Форда? Точно. И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300? 90 дней. Форд не выносит таких, как мы, потому что мы другие. Говорят, он с Норовом. Кен? Нет, Кен у нас лапочка. Это ужас! Если есть недочеты, компьютер их найдет. Неси скотч и моток шерсти. Что они делают? Делают вашу машину быстрее. Вот это другое дело! Кен Майлз и Форд несовместимы. Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота? Назови хоть одну причину не увольнять всех, начиная с тебя. Что ж, сэр, мы легче, мы быстрее. Если это не поможет, мы злее. Давай, Карл, воюй. У тебя есть план? Рискованный. Я думала, главное выиграть эту гонку. Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли. Внешность не главное. Часть, которую мы называем престиж.
Все, что вы увидите, совершенно безопасно. Это фокусники, Ваша честь. Я должен узнать его секрет. Но зачем? Чтобы переплюнуть его. Суть в том, что каждый уважающий себя фокусник пытается придумать что-то новое, над чем другие фокусники будут ломать голову. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгаешь». Это заблуждение. Человек может все. Теперь увидишь нечасто подлинную магию. Начать. Год назад ни полицейские, ни адвокаты не посмели бы даже сунуться к кому-то из вас. Что же случилось? И что ты предлагаешь? Все просто. Убьем Бэтмена. Моя визитка. Брюс, это Харви Дент. Рэйчел мне все про вас рассказала. Надеюсь, что не все. Ты всегда говорила, что мы будем вместе. Это серьезно? Брюс, не делай меня своей единственной надеждой на нормальную жизнь. Альфред, так? Все верно, сэр. Есть дружки-психи, которых я должен бояться? О, вы даже не представляете, сколько. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня только для вас. О, привет, красавица. Ты что, нервничаешь? Теперь я знаю, кем должен стать, чтобы остановить такого, как Джокер. Ночь темнее всего перед рассветом. Я обещаю вам, рассвет не за горами. Началось. Город заслуживает высококлассной преступности. И я организую ее. Нет! Увидите, я покажу вам. Вы либо погибаете героем, либо увидите, как сами станете негодяем. Темный рыцарь. Вы поедете на Бэтподе, сэр? Альфред, днем не слишком ли броско? Тогда Ламборджини. Совсем не броско.